Вот. Не удержался, вот свежее письмо. Итоги зимы, ну, последняя зима. Теория генной зимостойкости, это, кстати, Александр Смотритель, он же умнейший, грамотнейший садовод, я только не знаю, какое у него образование. Официально фамилия Песоцкий. Так вот, в очередной, теория генной зимостойкости в очередной раз показала свою несостоятельность. Вымерзла и подмерзла, казалось бы, самая генетически зимостойкая. Это то, что это А плюс Б равняется С. То есть эти самые опыления результат. И наоборот, побеждает теория химер. Ну, мы еще такую теорию не создали, мы только с Светенком создавали ее, но не с кем уже. Вегетативных гибридов побеждает, почковые вариации побеждает. Теория воспитания и щадящая агротехника. Отдельные растения, казалось бы, чисто южного произрастания и происхождения, показали феноменальный зимостойкость. Вы видели у меня рисунок красавицы? Вы думаете, она не южная? Вот мне жалко это. Я бы вам показал 400-граммовые, красивейшей красоты груши лесной красавицы. Такое чудо. Не то, что в Сибири. Она в России не может жить. Вот при этом я вот чуть не назвал, не обозвал, агротехники. Ее может только жить, если к секаторам не подходить. Понимаете? Жаль, вот сейчас, я себе наберу сейчас слово «груши», мы уйдем в сторону. Поверьте на слово. А ведь эта груша родилась в Бельгии, в лесу, кстати. Но это уже другой вопрос. А вот это Москва. У меня, к сожалению, я не смог много нафотографировать. Ну, как обычно, фотоаппарат есть, а это, зарядного нет. Поверьте на слово. Итак, я обследовал гигантский массив. Я 2 дня по нему ходил. Прошел слух. Это самое. Барховская Ирина пустила слух. А у нее там дача. Вот. Приехал знаменитый садовод. И как народ да пошел меня. Почему у меня это? Почему у меня то? Вы поверите, деревья 5-6 метров высотой полностью мхом покрыто, зеленое от мха. И он мне спрашивает, почему оно у меня такое? А я 10 пунктов перечислил. Это все я оттуда и брал. Вот это и была реальность, а не то, что вы говорите, к ним изначально не подходили. Вот. Я нашел, это компромисс, да, я нашел вот это дерево. Нет, а зайти не мог. Видите, как снимал через ограду. Вот. Зайти не мог. Хозяин кричал. Вот. Не мог. Я нашел дерево плодоносящее. Одно. И второе. Все. На сотни участков. А это было. Давайте по датам. Когда я там был, это сразу после того, как меня с трибуны отключили мне эту самую. Еще раз говорю. Тоже визгу было. Я сам, никто же не знал. Журналы, газеты напечатали. Выступил Железов, садовод из Сибири. Так, в среднем так написано было. Там было несколько корреспондентов. Значит, призвал изучать сибирский опыт. Точка. Про отключение микрофона ни слова. То, что я пытался сказать, что вы сошли с ума со своими обрезками и прочее. Ни слова. Фактически выгнали. Я расцениваю это как мой гражданский подвиг. А вот продолжение подвига. Вот это. После этого меня привезли на дачу. Вот. И я там изучал то самое садоводство. Мне помешало только одно. Зарядное устройство. Вот это беда была. Вот. А то бы я вам таких бы сотни, тысячу бы привез. Все практически, бывают исключения. Даже волочная вишня сделана вот такие штампы. Волочная вишня, вы понимаете? У волочной вишни их 2 нашел. Мелкие-мелкие, кислые-кислые. Деревья больные. Штампы до метра. У войлочной вишни. А кто научил? И люди же не просто их резали. Их тут и надо было сообразить. У меня-то они кусты, эти ветки идут от самой земли же, помните? Пышные кусты. Все деревья, штамбы до метра, до 2 метров. Естественно, все побелены. Все. А это смертельно опасная вещь. Просто еще не укладывается в головах.
ни у Тимирязевцев, ни у кого, да ни у Мичуринцев, нигде. Вот. А мне сказать не дали. Далее. Все, а я сколько видел, а у них это мода, они не просто брали галуши где-то там, на речке, где там они это бывают, вот, с какой-нибудь там котлова, может быть, кто-то их продавал, они были неестественно белые, и я до сих пор понять не могу, то ли так покрашено, я тогда не стал царапать пальцами, то ли покрашено, то ли изначально. Они все, естественно, все посажены в ямки, естественно, они были обложены, чтобы ямка была побольше. Все до единого. Представляете? Вот. Деревья искалечены так, что смотреть на них я не мог без слез. И вот то, что вы сказали, что они... Вот это чистое, ну как, преувеличение. Я уж не буду использовать, как бы сказать-то, какие-то резкие выражения.